Трак-стап называется. Здесь останавливаются траки. Заправляться. Перекусить. Что-то купить. Если есть время ночевать. Ночую здесь. Останавливаться, ночую. Душ принимаю здесь. Все. Из гостиницы, да? Все. Гостиницы здесь нет. А, ночуют у себя. Один. Траках, да, вон сколько их тут полно. Аж не проехать. Водители, которые оставляют так машину и уходят. Ну вот он встал, да, и, да. И все остальные не могут заехать. Да, мы же с грузом. Муж реально скоро за руль посадит. Все нормально, и то, и другое. Поверните направо на дорогу South Kings Highway, затем поверните налево на дорогу Kichogi Road. На светофоре используйте среднюю полосу, чтобы повернуть налево на дорогу Kichogi Road. Через полмили плавно поверните направо для въезда на магистраль I-95 North, направление Daytona Beach. Сообщается, что впереди контроль скорости. Take the exit on the right to I-95 North. Проследуйте мимо этого светофора. Затем используйте вторую полосу справа, чтобы плавно повернуть направо для въезда на магистраль I-95 North. Многие траки, которые уже достаточно дороги были, остались на стартапах.
считается, что впереди контроль скорости. Thank you.
Мы в жилетках. Это называется taking gear. Отпускаем его. То поднимаем, то отпускаем. Ну, а как? По-другому не будет. Чтоб не убежал. Сколько денег? Около 600. Мало. $100 в час мало?